Согласно отчету британского издания Cable, специализирующимся на сравнении провайдеров телекоммуникационных услуг, в Таджикистане скорость интернета входит в десятку самых медленных как в СНГ, так и в мире. Согласно опубликованному отчету, файл размером 5 гигабайт в Таджикистане, в среднем, загружается со скоростью 1,82 мегабит в секунду. По этому показателю страна занимает 211 место из 224 стран. Отмечается, что вместе с Таджикистаном в десятку самых медленных в мире вошел и Туркменистан, последнее место 224, где скорость загрузки, в среднем, составляет 0,50 мегабит в секунду. В целом, в странах СНГ средняя скорость составляет 12,87 мегабит в секунду. Среди стран Центральной Азии самый скоростной интернет зафиксирован в Кыргызстане – 5 гигабайт со скоростью 7,44 мегабит в секунду, 155 место, в Узбекистане – 6,64 мегабит в секунду занимает 166 место, в Казахстане – 5,83 мегабит в секунду 173 место. Из пространства СНГ в тройку скоростных попали Россия 35,73 мегабит в секунду 66 место, Украина 25,26 мегабит в секунду 77 место и Беларусь 19,86 мегабит в секунду 92 место. Между тем, по данным рейтинга World Wide Mobile Pricing 2021, который определяет стоимость соответствующих услуг, Таджикистан занимает 132 места среди 231 страны. Средняя стоимость 1 гигабит мобильного интернета у нас достигает $4.65. По данным службы связи Таджикистана, количество пользователей интернета в республике в 2020 году составило 3,34 миллиона, а пользователей мобильной связи – 7,3 миллиона.